Rider, Buster, you need it. Всем привет, с вами Макс, вы на канале Top Drive Games, и сегодня мы играем в NFS Underground. Мы продолжаем проходить карьеру. Итак, это наша Honda Civic. Заходим, так, сейчас разберемся с проблемой. Заходим в карьеру. Итак, у нас пройдено 7 гонок из 111. И у нас тут успеть к Ти-Джею. А тут видосик у нас подъехал. Что-то там болгарочкой подпилил. Я дал им шанс. Они его прохлопали. Думаешь, ты круче всех? Докажи. Конечно. Конечно, мы круче всех. Я тебе помогу. Выиграешь — поменяю тебе движок. Проиграешь — дам по башке. Идет? Конечно. Конечно, вообще как дело, нехрен. Еще по башке он собрался нам давать. Вообще дурачок какой-то. Ну что, вот наш Civic. Нам дадут новенький движок. Так, ну что ж, погнали. Я хочу побыстрее открыть какую-нибудь тачку, что-нибудь взять. Нет, конечно, мне Civic нравится, но охота какую-нибудь прям другую точилку, разнообразие охота. Сейчас откроем движок, поставим на нее движок, она у нас прям вах, пушка будет, полетит просто. Так, на пониженную включить, четвертую. Да, кстати, вот из всех первоначальных машин самая доступная вообще, вот допустим, в России, это вот как раз Honda Civic. Конечно, купешек не так много, но все равно. И, конечно, Golf. Но, правда, Golf GTI будет трудновато найти. Ну а Civic все-таки можно найти. Правда, не SI, наверное, но путем свапа можно добиться успехов. Я думаю, такой купешный Civic где-то около 300 будет стоить в хорошем состоянии. Вот, можно его прям вообще пушечку сделать. Он будет валить прям на все бабки. Вот. Так, что у нас тут по времени? 8 секунд. Блин, а что-то мы не успеваем ни хрена. 3 секунды, 2. А, ни хрена себе, мы не успели. Ну, ни хрена себе, я-то думал, это будет на изи. Это все, короче, из-за того, что мы просрали передач. Так, все, давайте, сосредоточился я. Блин, надо же, только зашел в игру и сразу слил гонку. Но я напоминаю, мы на самом сложном уровне сложности играем. И в то время игры были намного сложнее, чем сейчас. Так, здесь надо... Так, аккуратненько проезжаем. В принципе, на пятый держимся. Так, все, подсбросили тут. В принципе, не особо много потеряли, но я думаю, нормально. Так, давай, давай. Блин, конечно, у нас стоковая машина. 40 секунд у нас осталось. Тут немножечко с горочки так спустимся. Так, здесь максимально сокращаем. 22 секунды. Блин, мне кажется, опять ни хрена не успеем. Ну, блин, я вроде нормально еду. Правда, я... 10 секунд, блин. 8, 7. Блин. А, давай, давай. 3, 2. Мы успели. Прям вообще идеально. Там оставалось очень мало. Да. Так, дальше. Давайте нам... Так, трасса открыта. Приз. Забрать, конечно же. Так, ну чё, давайте двигатель, конечно же, возьмем.
Так, установили двигло. Погнали дальше. Кольцо. Три круга. Высокий уровень сложности. Кстати, я что-то не помню, чтобы я в NFS Underground испытывал сложности с финансами. Тут как бы всегда, мне кажется, денег хватало. Че против меня? А, нет, фокус. Кстати, ну тоже вот, допустим, тот же гольф, да, и фокус. Их можно в России вообще в легкую найти. Правда, конечно... Ой, чувак, извини. Правда, конечно, тут фокус, он затыкс вроде, как-то так, да, называется. Его, конечно, посложнее будет найти, но все-таки они есть в России. Ну и гольф GTA тоже не так легко, но, в принципе, можно найти даже на VR6 гольф. В России есть они, но их мало. Конечно, очень много обычных гольфов там на 1.6, также и фокусов тоже полно. Да и цивиков тоже на 1.6 полным-полно. Ой, блин, думал, сейчас идеально проеду, но ни хрена не получилось. Да, еще, блин, дома жарень пипец просто. Под тридцатку, наверное. Так, а вот у нас новенькая трасса, так сказать. У нас получается тут канал. Чем-то напоминает GTA 5 и San Andreas. По таким каналам, помню, частенько там катался. Блин, еще прикольно то, что проделано лужи, прям проезжаешь по луже. По луже, точнее, там брызги летят. Так, ну, хоть мы и поставили двигло, но я что-то не понял. Или не поставили? Ну, вроде поставили. Я бы не сказал, что она прям намного быстрее стала как-то. По-моему, примерно так же едет. На пятой она очень нехотя разгоняется. Так, там чувак держится сзади. Блин, надо по правой полосе в следующий раз ехать. Ой, это ручник. Так, это вид поменять. Давай, 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 цик. А, вот, все. Я просто искал кнопку, как посмотреть назад. Я очень, кстати, заметил, что тут, допустим, вот ты едешь, да, такой крутой, у тебя отрыв 5 секунд, и буквально в следующем повороте у тебя отрыв будет всего лишь секунда, или тебя вообще будут обгонять. Тут, блин, NPC так заскриптованы, мне кажется, чтобы тебя быстро можно догнать было. Вот сейчас вообще 4 секунды отрыв у меня. Вот малейшая ошибка, и все, тебя догнали. Вот, кстати, по правой полосе вообще изи ехать, и скорость не теряется. Мы 210 летим, а вот и финиш. Заезд закончен. Окончен, точнее. Так, на 4 секунды мы его сделали. 900 баксов. Так, мы открыли Ford Focus ZX3. Но уж на фокус, я не особо хочу на фокус перешать. О, ни хрена себе. Так, у нас не хватает. Что-то по техническим характеристикам нам надо. Пора заняться двигателем. От этих деталей напрямую зависит количество лошадей под капотом твоей тачки. А, так вот движок-то. Что-то я ни хрена не... Кстати, и вот я никогда не понимал, нахрена вот эти фирменные наборы. Они, по сути-то, толку никакого не дают, просто названия разные. Ну, давайте поставим фирменный набор номер один. Каким бы так, а, так тут у нас прям дохрена, что можно поставить.
Хорошая резина тоже не помешает. Ой, так у нас, блин, денег 9 косарей. Мы сейчас вообще на максимум прокачаем. А, чё, всё? Всё. Вот теперь погнали. То есть, блин, мы могли бы и раньше прокачать нашу машину, но что-то я забыл совсем про это. Так, надо вспомнить кнопки. А, ну, в принципе, тут то же самое. Блин, плохо стартанул. И рано переключился. Так, на 7500 у нас переключать передачи. Ну, почти... Оу-оу-оу-оу. Что-то я забыл, что тут трафик уже есть. Так, Цивик, давай-ка... Давай, до свидания. Отлично, отлично. Тут, кстати, чем еще фишка драгрейсинга? То, что и тебе не нужно поворачивать особо. Как бы у тебя машина постоянно прямо едет, ты только, допустим, вправо или влево меняешь полосы. Машина автоматически прямо едет и держит полосу. Так сказать, контроль полосы в 2005. В 2003, вроде. Так, победа. Следующий этап. Вообще размотали их, как делать не... Я хочу сейчас тронуться идеально. То есть, когда кружочек будет зелененьким гореть, нам нужно в это время тронуться. Так, это где-то на 6000. О, безупречно! Блин, рано переключил. Я просто боюсь перекрутить. О, опять мы с Цивиком вырвались вперед. Но опять же, я его быстро обгоняю. Цвет, кстати, прикольный у него. Безупречно. Так, такси, ты не перестроишься? Нет. А, сегодня еще, короче, поглядел видосики. Так, так, писаюсь. Вовремя я успел. Видосики. О, кстати, тут трамплин есть. Тут еще обычно поезд едет, но что-то сегодня он не поехал. Вот, видосики посмотрел людей, кто также записывает по андеграунду. И я заметил, многие играют в редуксы, в ремастеры и так далее. Повторюсь, я не придерживаюсь этих модов, потому что они портят игру, как по мне. Просто есть, безупречно. Безупречно. Давай, третья. Е, безупречно. Блин, вообще идеально едем. Безупречно. И пятую давайте воткнем тоже безупречно. Чтоб прям вся гонка у нас безупречные передачи были. Итак, вот, да. Они там играют, типа, улучшение графики там ставят. Но, понимаете, весь, так сказать, шарм игры теряется. То есть, как разработчики задумывали эту игру, так и надо играть. Также, допустим, вот, ну, возможно, когда ты уже прошел, там, допустим, те же GTA-шки, да, ну, можно моды уже поставить, чтобы с модами, а так лучше карьеру, так сказать. Так, что у нас? Чип-тюнинг и топливная система. О, турбонаддув, тормоза, это, ребята, очень круто. Давайте сразу же залетаем в тюнинг. Так, что у нас? Здесь, как говорится, встречаются наука и скорость. Если хочешь. Короче, делаем чип-тюнинг. Ставим турбо. Понятно, что... Давайте грэди поставим. Тормоза. Посмотрите, как тормоза меняется. Классно. Проделано. Композитные тормозные колодки, усиленные тормозные шланги и перфорированные тормозные диски. Вообще. Блин, скорее бы еще закись открыть. Так, что у нас по стайлингу? Так, заднюю губу можем повесить. Давайте, да, повесим губу. Пороги. Ой, у нас вообще бабок-то полно. Так, переднюю губу. Так, спойлер, что у нас по спойлеру есть? Может, кстати, вот такой поставить? Конечно, стоковый у нас так себе. Давайте такой поставим. Капот, что у нас по капотам? Вот этот неплохой капот.
Нам все равно репутацию нужно повышать с помощью тюнинга. Так, дисков у нас особо тут прям, так я бы не сказал, что не много. Я даже, кстати, не знаю, какие диски поставить. Нам репутация нужна для того, чтобы на обложку журнала попасть. Поэтому будем колхозить. Блин, вот такие что ли поставить? Блин, я даже не знаю. Или BBS-ки. Блин, нормальные диски мне откройте, пожалуйста. Или вот такие N-ки. О, сложный выбор, не знаю. Давайте поставим пока такие, но потом мы их поменяем. Так, что у нас подсветка? Подсветку пока не будем. Фары, что у нас тут пока недоступны. Банка тоже недоступна. Так, мы затонировались. Кстати, да, давайте покрасим. Так, а нам нужно сменить... А, нельзя, да? Только глянцевый. Блин, вот этот, кстати, неплохой, неплохо смотрится. Да? Блин, вот синий мне нравится. В синем классе смотрится. Желтый, конечно, так себе цвет тут. Красный. В красном, кстати, неплохо она смотрится. О, вот, кстати, такой классный цвет. Черный. Может в черный забацать? Блин, синий, конечно, классный. Но мне вот нравится черный и вот такой. Давайте, чтобы, так сказать... Ну, блин. Черный уж слишком банально, поэтому давайте в такой в серый покрасим. Диски... Диски можно вот типа в такой цвет тоже покрасить. У меня, кстати, на моем... Цивики такие же диски. Ну, я имею в виду цвет. Так, спойлер, мы красить не будем. Блин, вот прикольно сделали то, что тут подкапотка, и ты можешь подкапотку красить. Но пока у нас тут особо ничего нельзя. Кстати, да, желтые суппорта поставим. Блин, так-то у нас с красным. Вот, давайте пока так. Потом диски поменяем и суппорта заменим. Так, это у нас наклеечки на лобовуху. Что у нас тут есть по нормальным? Ну, давайте такую. Так, и сзади что-нибудь тоже. Street Glow неплохо смотрит. Я сейчас смотрю чисто... Вот, давайте такую. Смотрю чисто, чтобы она нормально смотрелась хоть. Так, аппликация. Что у нас тут есть вообще? А, у нас уникальная одна есть, но мне она не нравится. Ну, рисунок фиг знает. Пока не будем вешать. Что, неонку будем ставить или нет? Аксессуары, подсветка. Какая тут неонка? Красная, зеленая, синяя, оранжевая. Блин, пока не будем неонку ставить. Так, погнали дальше. Что у нас тут? Дрифтинг, спринт, дракрейсинг. Заезд на выбывание, погнали. Все равно нам эти все гонки проходить, поэтому особой разницы нету. Блин, вот геттер бы я бы хотел, конечно. Вот она, посмотрите, какая пушка. Да, глушака не хватает. Глушак, конечно, так себе у нас. Так, теперь у нас, короче, турбо. У нас спойлер немножко смахивает на DuckTale. Но это не DuckTale все-таки. Блин, кстати, она намного лучше едет. Ой, звуки турбины классные, прям вообще. Немного передачи перепутал.
Блин, реально, вот в андеграунде очень классные звуки на то время были. Да даже сейчас очень приятно, вот в наушниках играю и очень приятно слушать звуки мотора. Особенно, когда сбрасываешь газ, блоу-офф срабатывает, пшикает, вообще прям кайф. О, вообще. Слушал бы это и слушал. Так, тем временем мы заканчиваем первый круг. Блин, Civic. Скорее бы дисочки другие поставить. Мне эти не особо нравятся. И я бы радиус побольше, диаметр поставил. Вот вообще в целом политика андеграунда мне нравится. А вот это было очень плохо. Что-то я просто хотел рассказать свою мысль, и вот такая вот неприятность случилась. Так, ну все, давайте аккуратненько. Нет, еще тут очень любит трафик, прям как назло тебе выезжать. Так, все, последний круг. 2 секунды разница, ну сейчас уже 1.5, мы его обгоним. Так, это, кстати, Civic опять же. Так, все, мы его обогнали, можно сказать. Ох, блин, как. Он, кстати, тоже турбовый. Ну, пока у нас такая лайтовенькая турбинка. Ой, вообще мы его как обогнали. Но это у нас еще лайтовый, так сказать, конфиг этой трассы. Там потом в конце будут пожестче, конечно, конфиги. С узкими улочками. Так, все, отлично. Все, мы его натянули. Вообще, я бы сказал, изи. Изи пост. Изи катка. Так, что у нас тут? О, наконец-то наша тачка попала в журнал. Давайте посмотрим. Отлично. Ты угодил. Ух, на Dodge Option. Special Tuning. Машину можно считать знаменитой. Вот еще чем мне нравился Underground. То есть, блин, ты на обложке журналов. Вот представьте, как бы сейчас в нынешнее время. Сейчас. Ладно, счастливчик. Тебе не может вести бесконечно. Допустим, с графикой из NFS хита и с нынешними технологиями, как бы журналы классно смотрелись. Блин, почему они не вернутся к этому? Так, плохо стартанули. Так. Хочу закись поскорее. Ой, что-то поздно переключил. Безупречно. Так, а чё очки стиля не дают? Я вроде рядом с тачками проезжаю, очки стиля не дают. Не дела. Победа, ну это было очень легко. Очень легко. 900, так, трасса новая. 900 баксов и новый трасс. Блин, у нас денег прям очень дохрена. Погнали. Вот, кстати, на заставке прикольно сделан Civic. Цвет баклажан. Так, что у нас против нас? Гольфяра, Лансер и Миата. Кстати, вот Миату вообще хрен найдешь. В России, я имею в виду. Ой, рано переключился. Рано, конечно. Блин, у этого такой оливково-золотой цвет у Лансера прикольно смотрится.
Блин, ну реально вот даже сейчас, ну, не стыдно играть в Underground. Нормальная графика. Ох, как хорошо-то. Чувак, я не специально. Блин, так-то дохрена очень времени потеряли на сокращение. Кстати, да, вот. Вот у нас уже усложнилась прям так трасса. Про что я и говорил. Про вот эти узкие дороги. Блин, ну управляется, конечно, что-то не очень у нас машина. И еще скорость теряется, когда врезаешься в эти заборы. А как так вообще получилось? Блин, таксист не вовремя повернул. Так, хорошо проскочили. Лансер, ты чё, охренел? Вы видели? Он резко затормозил. Ну, вообще не дело. Кстати, я что-то припоминаю, что в андеграунде отлетали зеркала и номерной знак. Что-то в этой версии ни хрена не отлетает. Странно. Я вроде в самый последний патч вроде поставил. И ни хрена. Блин, наверное, сейчас глушак по-любому должны дать. Да. Лох. Ой, блин, нет. Ай, блин. Я уже радовался победе. Короче, трафик тут максимально непредсказуем. Блин, опять рану переключил. То есть, блин, я такой думал, сейчас проскочу. Думал, он прямо поедет, а он, козел, взял и повернул. Печаль, беда. Так, ну чё, проскочим нормально сейчас. Да, сейчас меньше скорости потеряли. Нет, все-таки надо было там ехать. Ой, как они быстро меня обогнали. Да что, я не могу нормально в этот поворот-то вписаться. Но мы еще успеем их догнать. Блин, тут, кстати, ой. Настолько крутой заезд, что подвеской и порогами, и бамперами задеваю я. О, трамваи даже ездят. Что-то они, блин, далеко уехали. Ни хрена себе, они меня еще умудряются подрезать. Так, а тем временем у нас гонка-то подходит к концу, а я еще еду третьим. Что-то вообще первый уехал. Блин. Так, давай. Не подрезайте. Боты, блин, подрезают. Фу, я даже, блин, вспотел. Сейчас было просто, ну, неохота было перезапускать. Думал, блин, сейчас опять сольем, придется перезапуск делать. Не, все отлично. Фу, это было жестко так. Так, ну что, давайте, дайте мне глушак уже. Я хочу глушак поменять. Наклейки второго уровня. Блин, не надо мне наклейки. О, дрифтинг. Да еще в моем любимом спорте. Ну, удачи. Блин, озвучка мне так нравится. Вообще, блин, просто лайк за озвучку. Так, надо вспоминать, как дрифтить.
Так, вспоминаем. Так, у нас уже, кстати, да, турбинка есть, машинка помощнее, должно быть полегче. Ой, блин. Так, мы, блин, еще... Давай, давай, давай. Блин, мы на последнем месте, ну как так-то? Что-то не получается на меня нормально зацепить бонусную зону. Не, давайте сразу сначала начнем. Отвык уже, блин, неделю, сколько там, меньше недели не играл. И уже отвык. Так, неплохое начало. Неплохое. Приходится очень сильно часто прожимать ручник. Очень сильно часто. Так, давай на бонусную зону выходим. Так, скорость теряли. Ой-ой-ой, много скорости потеряли. Так, давай-давай-давай. Блин, ну на переднем приводе дрифтить такое себе занятие. Теряю позиции. Давай, Цивик, разгоняйся уже. Блин, меня уже обогнали. Блин, а. А-а-а, как плотно идем. Блин, я слил гонку, походу. Да вообще, ну... Фу, блин, охренеть, у него 65 косарей, у меня 57. Чё-то на сложном уровне сложновато, блин, на Цивике. Ну, у нас еще просто, конечно, мощей маловато все равно. Прям для достойного дрифта. Ну, блин, у меня передача ни туда, ни сюда вообще. Ну, ё-моё. Ну, понятно, там, блин, 240 SX первый. Блин, сложно на переднем приводе. Да, был бы 240, кстати, можно было, кстати, задуматься о покупке, как он будет доступен, 240 взять. Давай, блин. Очень сложно. Блин, блин. Очень сложно мне на Цивике зацепить дрифт-зону. Ну, повышенного кэшбэка.
Не, повышенных бонусов, блин. Медленно, медленно, блин, давай, 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 давай. Давай, давай. Ай, зацепил. Так, хорошо, хорошо. Я максимально... Максимально сосредоточен. Блин, зацепил. Ах. Надеюсь, я первый. Блин, на 3000, блин, ну сложно на переднем приводе, если честно. Или просто я разучился это делать. 900 кредитов нам дали и аппликацию. Что у нас тут? И турнирчик. 4 круга. Так, давайте пройдем турнир по Бырику. Посмотрим, что нам дадут, и будем заканчивать серию. Потому что уже нормально так времечко мы едем. Кстати, я не помню, Nissan Center ведь должна тут быть, да? В первом же андеграунде он есть. Так, все, хорошо, переключились. По-любому после этого турнира нам дадут закись, наверное, подвеску. И глушаки по-любому. Мне кажется, такой расклад будет. Так, все, погнали. Ну, в гонках... Ой-ой-ой, поворот налево, я думал направо, блин. Ну, в принципе, немного времени потеряли. О, давайте верхом проедем тут. Лансер, блин, просто нас затормозил. Посмотрите, еще какая реклама на билбордах. Ну, тормоза у нас все равно так себе, конечно. Мне вот прикалывает этот участок дороги, когда можно вот так сделать. Через машину перелететь, как во втором форсаже. В самом начале Брайан перелетел. По-моему, там RX-7, что ли. А, Супру вроде. Супру, да, он перепрыгнул. И после моста Супра улетела куда-то в кусты. Вот опять же, мы перепрыгнули Цивик и улетели в космос просто. На 3 секунды. Блин, какой же атмосферный этот город. Он максимально простой, но, блин... Какая-то в нем такая атмосфера прям уличных гонок. По кайфу, блин, трафик тут прям в таких местах, где вроде бы хочешь аккуратненько сократить, срезать угол, так сказать, а там трафик едет. Или вот из-за горы его ни хрена не видно. Блин, хотел аккуратненько проехать, не задевая. Все понятно. Ну, тем не менее, боты тоже врезаются. Они не по рельсам едут, ни хрена. Блин, что они все время там ездят? Здесь же быстрее. Так, аккуратненько тут.
Отличненько. Ну, в принципе, у нас еще круг. Блин, довольно-таки... Сколько у меня? Минута 0.2 лучший. Ой, как хорошо, что я перестроился, там машина ехала. Сейчас бы мы влетели, прям влетели в нее. Так, все, давайте поставим рекорд круга. Ой, минута 0.9 вообще. Но я потому что врезался там. Так, все, давайте постараюсь... Из минуты выехать? Нет, наверное, не получится из минуты выехать, конечно. Это уж очень прям идеально надо ехать. Так, блин, вот хорошо я вписался в этот поворот. Сейчас еще надо вот в этот хорошо зайти. Поворот прям под 90 градусов. Такси, блин. Так, там фургон в правой полосе едет. А еще влево ехал. Так, на четвертую скинулись. Блин, за минуту не успею, наверное. Е, за 58 секунд. Это мини-челлендж себе поставил просто. Поехать быстрее, чем за минуту. Да, кстати, автомобиль Vortex. Что за Vortex? А, следующий этап. Блин, такая длинная гонка была. Что за Vortex автомобиль? Hyundai Tiburon, что ли? Не знаю, что за Vortex. Да, напоминаю, я на ручной коробке езжу. Поэтому иногда могу тупить из-за нее. О, кстати, посмотрите, как туманно. То есть у нас тут еще погода даже местами меняется. Вот в этой гонке прям туман такой. Так. Ну, вот тут за всю игру прям максимально изучаешь эти трассы. В принципе, я, блин, еще с детства эти трассы помню. Да тут, в принципе, много и не надо прям запоминать. Просто, как сказать, у тебя по-любому один участок будет повторяться в каждой гонке. Так. Ну, должны и в этой гонке из минуты выехать. Все-таки неохота прям 4 минуты гонку ехать. Блин, Vortex. Что за Vortex? Хочу узнать, что за машину мы выиграли. Vortex. Не помню прям. Хоть убей, не помню. На 7 секунд мы оторвались, ни хрена себе. Кстати, по-моему, вот сейчас по этому уровню быстрее проехали, чем если бы мы в самой левой полосе там ехали. О, ну и вообще изи сейчас. Из минуты выедем. Чуть в столб, правда, не врезались. 55 секунд. Очки стиля, косарь. Я не помню, зачем они нужны. Зачем нужны очки стиля? А, там типа уровень повышается. И за уровень тебе открываются запчастюли. По-моему, так. Так, 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 так. Ой, ой, зачем я повернул? Ну, в принципе, нормально. Ой, нет, нет, нет. Очень много потеряли времени. Тут каждая секунда на счету. Да ё-моё. Засмотрелся, блин, на лидерборд. Там на втором месте какой-то приз. Ой, он тоже, походу, врезался.
Мы на 8 секунд впереди, на самом сложном уровне сложности. Так, у нас последний круг. Последний круг, давай, Цивик, вали на все бабки. Здесь такую перекладочку на эту полосу сделали. Блин, как расплывается все. 240 мы выжили. И это у нас еще, блин, грубо говоря, первый уровень тюнинга, так сказать. Да что... Ай, как заносило-то. Мы на 10 секунд... Охренеть, четвертый на 23 секунды отстал. Ну, я бы просто не сказал, что я прям максимально стараюсь ехать. Потому что еще приходится же говорить, разговаривать, вести беседу, поддерживать. Поэтому еще на это как бы отвлекаешься и не так сосредоточенно едешь. 3:59:59. Следующий этап. Так, нам ничего не дали. Ну, в принципе, потому что мы уровень не повысили, поэтому нам ничего не дали. Так, трасса у нас с трамплинами. Это, кстати, тут кинотеатр, я так понимаю. О, там стройка идет. Блин, вот как круто, когда отмашку дают. Вот дух уличных гонок. О, я, кстати, вспомнил эту трассу. Блин, кайф. Там потом еще поедем по такому участку, типа между домами, по-моему. Вот здесь вот так сокращаешь обычно. А здесь, как обычно, трафику до хрена ездит. Вот, да-да-да. Ай, блин. Во, мне, кстати, очень нравится вот здесь проезжать. Тут так атмосферно вообще. И дорога такая неровная. Так, а там кто-то меня догоняет. Лансер. А, нет, фокус. И трамплин как в форсаже. Да. Фокус, ты что-то перепутал, по-моему. Ты должен вторым ехать, как минимум. Если не третьим. Ой. Хватит мне сигналить, я еду аккуратно. Ну, почти. Если не считать того, что мы зацепили там немножечко. Да, а, кстати, я так и не сказал. В этой части Need for Speed, так сказать, можно спокойно использовать стены, чтобы повернуть. Скорость, конечно, теряется, но, допустим... В резких таких прям поворотах можно даже быстрее по стенке проехать, чем ты будешь тормозить. Но я очень люблю тормозить, аккуратно как-то пытаться проехать. Уж не такую прям аркаду я не особо люблю. Когда люди... Ну вот смотрите, сейчас покажу. Вот, допустим, вот так вот. Проехать, ну, в принципе, в этот поворот еще можно было и не тормозя даже проехать. В принципе, у нас чемпионат, мы можем и на втором месте приехать. Так, по встречке я не люблю ездить. Это может быть чревато. Блин, вот фокус прям за нами так держится плотно. Что-то я его побаиваюсь. А, нет, он врезался. Все. О, кстати, блин. Я накаркал. А, ну у нас еще два круга есть. Мы его еще успеем обогнать.
Да, очки стиля вычитают за ДТП. Вот тут, блин, даже не знаю, на какую передачу ехать, на четвертой или на пятой. На пятой как-то прям очень теряется скорость, а на четвертой в отсечку долбишься. Так, ну фокус не особо далеко уехал. Блин, тут опасный момент такой. Можно, допустим, вот в этот фургон было влететь. Так, давайте догоним этого фокуса. Надеюсь, он там врежется в кого-нибудь. Так, немножечко считерили. Тут, блин, трафик как... О, чего? Я же говорю, надеюсь, он врежется. Это и случилось. А как бы мы еще не врезались. Блин, как вот так? Он прям в трафик, видимо, хорошо влетел. Но он, кстати, даже не последний. Я думал, его все успеют обогнать, а, блин, за нами Лансер едет. Лансер, мы тебя тут не ждали, давай-ка... И финишная прямая. Все, мы победили. Ну, я бы не сказал, что это была сложная гонка. Так, что нам дадут? Аппликация, понятно. Снижение массы, как я сказал. Ну, снижение массы, подвеска, закись азота. И трассы, и все. И давайте посмотрим, что за машина Vertex. Мне очень интересно. Шо? Так. Что-то не понял. Что за Vertex? Это наклейка, что ли, Vertex? Стайлинг. Аппликации. Что за Vertex-то? Бред. Ну, блин, столько наклеек. Блин. Так, давайте поставим снижение. Так, что мы, получается, снимаем заднее сиденье, отделку салона и выбрасываем запаску. И у нас прям ускорение так нормально получается. Подвеска. Она влияет на управляемость машины. Спортивная пружина и амортизатор, распорка передних стоек. У нас она примерно на сантиметра два, наверное, ниже. Так, все установлено. И закись азота. Это твое секретное оружие. С ее помощью можно ненадолго, но существенно. Все, ставим закись азота. И вот наша пушка-гонка готова. Давайте посмотрим. Ага, заезд на время. Ну, то есть мы прошли 15 гонок. И думаю, на этом можно заканчивать нашу серию. В принципе, мы нормально так погоняли. Прошли несколько чемпионатов. У нас 17230, я так понял, это кредиты, да? Угу. Всем спасибо, кто смотрел данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если не понравилось видео, ставьте дизлайки и напишите, почему вам не понравилось. Всем до новых встреч. Всем пока.